Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт визасам.ру. Давайте расскажу о последних новостях на 30 июня, 1 июля, об открытии границ для россиян, об открытии границ Европы. Вообще, для кого Европа открывает границы с 1 июля? Многие страны Евросоюза с 1 июля открывают границы для других государств, для 18 стран. Есть Канада, Япония, Южная Корея. Но России, США и Бразилии, например, в их числе нет из-за большого количества заболевших коронавирусом. Вообще, не все страны Евросоюза едины в этом мнении. Например, Греция очень хочет открыть границы, скорее всего, это сделает. И даже уже сейчас греческие консульства и визовый центр начали выдавать визы тем россиянам, кто планирует поездку после 15 июля. Вот визовые центры рекомендуют ориентироваться на дату, кто планирует в августе, потому что российские границы могут не открыться, но, например, Греция очень это хочет. Также из всех стран Европы ближе всего к открытию это Кипр. Кипр и Греция хотят открыть границы для российских туристов. Думаю, Греция это сделает раньше. Кстати, да, Турция открыла границы для всех туристов, в том числе и для россиян. Если есть возможность улететь в Турцию, пожалуйста, они еще в июне открыли границ после коронавируса. Некоторые, например, летят через Беларусь в Турцию. Ну вот, а вообще, как будет развиваться примерно событие? Каждые две недели страны ЕС будут уточнять этот список тех стран, кому они разрешают въехать к себе. Вот по разным источникам, в том числе неофициальным, у них вот есть статистика, типа 16 человек, 16, где-то говорится 20 человек на 100 тысяч жителей. Вот если из 100 тысяч жители этой страны менее там 16, кто говорит 20, то эта страна может попасть в список тех стран, кому откроют границы. У россиян, например, это было 80, в США вообще более сотни. Поэтому далеко не факт, что, например, 15 июля это откроют. Но вот вообще, как искать информацию? Смотрите, вот они хотят обновлять этот список где-то раз в две недели. То есть, если вот 1 июля уже понятно, что для россиян не откроют границы, следующую информацию о возможном выезде туристов можно ждать не раньше 15 июля, если не откроют 15 июля, 1 августа и тому подобное. То есть, раз в две недели все власти ЕС хотят обновлять этот список. Но, повторяю, есть страны, которые уже, та же Греция уже стала выдавать визы россиянам, потому что у них экономика очень сильно зависит от туристов, а очень большое количество туристов это русские, иначе они просто обанкротятся, у них экономика разваливается. Это одна из самых бедных стран Евросоюза. Как сейчас уехать в Европу, я вам рассказал в предыдущем видео подробнее. Посмотрите, например, оформить национальную визу D для работы в Польше, поехать в Польшу и, возможно, через Польшу в другие страны ЕС. Ну, также через Беларусь, вот люди улетают в Турцию, например. Вот такие последние новости об открытии границ ЕС для россиян. С вами был Борис Соколов, сайт визасам.ру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Как видите, я вот уже давно нахожусь в России, так как границы закрыты. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.